Это, кстати, один из самых дешевых магазинов. Называется Винмарт. Вот такой красненький здесь, а прям, ну, недорого. Сейчас я вам даже покажу немножечко расценки, здесь зайду, если музыка не играет. Так, музычка, конечно, поет, к сожалению. Вот. Ну так примерно я вам сейчас покажу, чтобы вы понимали цены на воду. Маленькая водичка стоит по 5, большая по 9, а такая везде по 12 вода стоит. Вот, шампуни всякие здесь, в общем, как бытовая химия всякая, так и продукты питания. Магазин такой, ну, типа нашего Магнита российского, наверное. Вот, вот эти дошики, например, смотрите, они по 8-800, а так они стоят по 10. В общем, такие небольшие, но скидки есть. Здесь как бы, ну, дешевле всех магазинов. Вот, что еще тут? Так, давайте я сейчас, наверное, буду накладывать... Уже здесь просто голос. Thank you.